29 октября – памятный день для всех поколений. Это день рождения комсомола. В нашем городе этот праздник отметили торжественным митингом. Комсомольские годы – это вообще молодость, это счастье, это радость. Это радость от труда, радость от общения с ребятами, которые все время были рядом. У нас было очень много первичных организаций в каждом предприятии. В каждом предприятии мы находили своих соратников. Там были комсомольские организации, там были активисты-ребята, которые вместе с нами выходили на трудовые десанты, на различные мероприятия, которые проводились в городе. Были задорные песни, покупали старогородские пирожки за 4 копейки, садились и отмечали этот праздник, что мы закончили какое-то определенное строительство. Ну а вообще это всегда чувство локтя, чувство товарищества. Каждый год мы встречаемся с ребятами, каждый год мы находим поддержку друг в друге и чувствуем вот этот вот молодой энтузиазм, который вложили нам в комсомоле. Вот так мы живем сегодня. Время, потраченное на общественную работу, оно не прошло зря. Есть что вспомнить, и поэтому я считаю, что нашей молодежи надо всегда думать не только о компьютерах, телевизорах, а думать об общественной работе, потому что на старость лет будет что вспомнить. Правда? Ну да.